Всем привет, с вами как всегда я Дезертир, и я готов провести таки этот конкурс на то, кто же выиграет ключик ВКонтакте просто по случайной генерации. Как вы видите, слева у меня расположено случайное число. Нет, это не выигравший, но тем не менее. Смотрите, в общем, как я хочу вам сейчас доказать, то что это случайная генерация, то есть здесь может выиграть действительно любой, то есть вот видите, разные числа упадают. Ну и, собственно, давайте на счет, так сказать, 3 я, наверное, нажму сейчас на эту кнопочку. И вы увидите случайное число. 1, 2, 3. Ну что, поехали. Итак, победителем под номером 4 я поздравляю. А теперь давайте посмотрим, кто же у нас 4-й. Это Илья Фокин. Вот, собственно, он у нас является победителем. Вот он у нас. Вот. Так что давайте, дерзайте, и у вас тоже все получится. Собственно, конкурсы будут еще, поэтому не упускайте свой шанс и почаще слушайте стримы, заглядывайте на мой канал и выигрывайте ключики. Всем спасибо, всем пока!